Добро пожаловать на наш канал, дорогие зрители и подписчики. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. Задачей номер один для России является защита жителей Донбасса от украинских сил, которые убивают мирных граждан. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN. Цель номер один – защитить жителей Донбасса и Луганска от тех, кто, например, сейчас обстреливает Донецк и убивает там мирных жителей. И делает это последние 8-9 лет, пояснил он. По словам Пескова, по мере освобождения территорий от националистов, все больше людей выражает желание не связывать свое будущее с киевским режимом. Лавров объяснил причины начала российской спецоперации на Украине. 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании ДНР и ЛНР. После этого были ратифицированы договоры о дружбе России с этими регионами. Они предусматривают, в частности, взаимную охрану границ. Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.